Здравствуйте, гражданин Суйкин. Привет, здорово. Я вижу, у вас хорошее настроение. Нормально, слушай. А мне сказали, что вы вдруг отказались подписать признание по 7 эпизодам получения взяток, которые мы с вами уже обсудили. Отказался. Что подписывать? У вас доказательств никаких нету. Что там, болтовня одна и все. Погодите, но вас же взяли с поличным на получение взятки в $1000. Вот, давай по этому эпизоду и подпишу. Давай. Что там, 1000 баксов? Что нужно там? Штраф заплатить в 100-кратном размере? О, делов там. Ты что думаешь, у меня 100 тысяч баксов нету? Да хоть сегодня вечером, давай, 100 тысяч баксов. Так не будете, значит, подписывать? Да. А как же эпизод с гражданкой Зуевой? А что там с Зуевой? Там же мне денег не давали. Зуева. Не, ну там дали, но не деньги. Там, так сказать, натурой. Рассчитались. Натурой? Ею. Ну, ясно. То есть, как я понимаю, вы и это тоже сегодня отдадите в 100-кратном размере. Как это можно отдать в 100-кратном размере? А вот сегодня переведут вас в камеру номер 13. Там вам все и объяснят. И сразу же начнете отдавать натурой. Надеюсь, натура у вас широкая. Что еще должен подписать? Все. Все, да? Вы смотрите программу «Городок».